Друзья мои, всем привет! Сегодня небольшой, но весьма интересный фокус. Мне показался он интересным. Перетасовываем колоду и далее. Раскрывая колоду, выбираю две черных и две красных карты. Ну вот, допустим, вот так и вот так. Кладу оставшиеся части. Оставляю две карты, одну красную, одну черную перед зрителем. Две остальных кладу в середину колоды. Закрываю. Далее я вам объясняю суть происходящего. Предлагаю вам положиться на вашу интуицию и угадать цвета через рубашку. То есть, например, вы предполагаете, что эта карта будет черной. Ну да, действительно так. И мы будем их складывать на черную карту. Если предполагаете, что это следующая карта красная, то складывать их будем на красную. Ну и дальше поехали. То есть, допустим, там черная, черная, красная, черная, красная, 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 черная, черная, красная, черная, красная, красная, черная. Ну не принципиально. То есть, короче, вы будете называть, я буду их раскладывать, так как вы говорите. Мы доходим до середины колоды. И дальше я предлагаю немножечко сменить очередность. Допустим, сюда мы будем складывать черные, сюда мы будем складывать красные карты. И дальше предлагаем. Опять вы наговорите красное, кладу сюда, черное, красное, черное. В общем, я без разницы кладу, мне совершенно нет необходимости все это запоминать. Потому что потом я вам просто на все покажу, что вы все угадали. То есть на красную карту вы угадали все красные карты. Как вы видите, да? На черную карту вы положили все черные карты. Соответственно, здесь, в этом случае, то же самое. К черной карте вы приложили все черные карты. К красной карте вы приложили все красные карты. Вот таким вот образом. И получается фокус. Теперь, конечно же, интересна всем разгадка, как он делается. Он делается очень легко, элементарно и обычно производит эффект, потому что угадать этот фокус очень сложно. Все, что вам необходимо, это разделить сразу же колоду на два цвета. То есть в одной части колоды у вас будут только черные карты. В другой части колоды у вас будут только красные карты. И, допустим, черные будут карты вверху, красные внизу. Совмещаете их, пока общаетесь со зрителем, аккуратно берете половину колоды, которая черная, то есть примерно так, и именно ее перетасовываете. То есть создаем иллюзию, что мы перетасовываем. На самом деле мы тасуем только половину, только черные карты. После этого, когда вы говорите, что выбираете из колоды две черные и две красные карты, делайте следующее. Вы находите середину между черными и красными картами и берете две и две карты. Колоду раскладывайте пополам здесь, то есть у вас уже разделены красные и черные карты. Оставляете две карты на столе перед зрителем разных цветов. Эти карты, без разницы, какая сверху, какая снизу, кладете в середину колоды и накрываете. Далее начинается магия. Вы говорите зрителю, что сейчас пускай он будет угадывать через рубашку цвет карты. И объясняйте, что, допустим, это черная. Она действительно будет черная. То есть вы ему должны показать, чтобы он немножечко воткнул в суть происходящего. То есть черные карты мы кладем сюда. И говорите, пускай, допустим, опять она будет черной, следующая красной и так далее. И без разницы, вы раскладываете карты, они все черные. Вы их раскладываете до тех пор, пока не доходите до середины, где у нас разделены карты. После этого вы делаете маленькую смену. Вы черные карты кладете теперь в эту сторону, к
красные в эту. И опять-таки у вас только красные карты остаются лишь в руках. И без разницы, как вы их будете, куда, чего накладывать, вы их раскладываете. Что вам говорит человек, то вы, собственно говоря, и делаете. Сделали. И вот здесь последний момент. То есть на красной карте вы положили последними все красные карты. И вот тут вы человека удивляете. Он все угадал. Перед этим на черную карту вы клали только черные карты. И снова идет удивление. Что же делать здесь? У нас на черной карте лежат красные карты, а на красной лежат черные карты. Вот здесь надо воспользоваться тем самым вау-эффектом. То есть пока вы здесь показали, здесь же, отвлекая внимание на вот эту сторону, делаете подхват, не забирая только лишь одну красную карту. То есть вы собираете всю эту колоду и накладываете на красную карту. Тем самым получаете черные карты на черной карте. Логично, одна карта была у нас перевернутой. И красные карты на красной карте. Вот и все. Если вы провели этот фокус перед друзьями, поделитесь впечатлениями в комментариях. Если вам понравился фокус, поставьте ему лайк. Ну и будет очень здорово, я буду очень благодарен, если вы подпишетесь на канал. А пока что всем спасибо за просмотр, до новых встреч, пока!